Мне очень печально о том, что там, что касается в плане Украины, у меня Киев — это единственный город, в который я с огромным удовольствием ездил за свои деньги, потому что там не было российского телевидения, очень долго не было MTV, я мог себе позволять все, что я хочу там, в свое время, и меня это безумно очень сильно радовало. Могу сказать, что такой красоты, когда в Киеве цветут каштаны, и, собственно говоря, уже девушки ходят в практически летних платьях, то, конечно же, остается только печаль. Мне кажется, да, что, к сожалению, государство больше не будет существовать. Это мое абсолютно, ну, это мое мнение. Его уже не существует, его давным-давно уже все попилено. И мне очень жалко, что те самые украинцы, которые в силу своей необразованности, этих людей огромное количество, винят в этом простого такого же человека, как я или вы.